натуре стрёмно. Отвечаю, мне стрёмно. Если у кого-то есть проблемы с запором, у нас есть отличный аниматор. Если вы еще не провели свой утренник, пишите в комментариях. Обсудим подробности. Итак, я усадил всех жертв, они ничего не подозревают. Давай, Кинг-Конг, заходи. Вы посмотрите! Рокки! Рокки! Рокки тупо выскочил! Майк, кто это? Взять! Майки! Взять! И глаза злые, и страшно. Кипиш! Ребята, быстренько лайк Арманчику, вы посмотрите, как он вспотел, ой, как просто, работал. Друзья, было тяжело, вот было это приятно. Новые эмоции у собак, вы представляете, познакомились с Кинг-Конг, Арман Кинг-Конг. Йоу, эшкере, друзья, кто помнит это слово, пишите в комментариях. Чуть-чуть добавим секса к нам на канал. Сис, не снимай, Миш, ну пожалуйста, ну убери камеру, ну пожалуйста. Блин, Миш, мне неудобно, ну ты чего, блин. Ты, ой. Шкура, прикройся другой шкурой. Какой реально крутой и реалистичный костюм, он на меня наводит реально ужас, особенно в исполнении Арманчика. И в носу даже удобно поковырять, и схавать козявка тоже. Сильно, очень сильно. Все артисты, друзья, тяжелая жизнь, зато красивая какая. Какая у нас шальная обезьянка. В кругу близких друзей звони. Так, ребята, если у вас есть... Если у вас есть кэш на такую дорогую обезьянку, оставим контакты Арманчика в описании. Друзья, я люблю спорт. Вы любите спорт? А красивую жизнь? Красивая жизнь любит нас. Ребята, я не знаю, как вам передает камера, но мне очень стрёмно смотреть это вживую. Он настолько реалистичный. Посмотрите, у Майка глаза именно и агрессивные, ему страх. Вы посмотрите. Я просто боюсь что-то комментировать. Вы все сами слышите и видите реакцию собак.
Хорош! И обязательно подпишитесь на наш канал Хасмут в шоке. Ссылочка тоже в описании. Вышли новые крутые видео. А Рокки аж замер от страха, ничего не издает ни от какого звука. Только Лекси бесстрашная кусает.